Привет, друзья! И добро пожаловать! Приключения маленького пирата Пинки и с капитаном Саблезубом для вас! Я рад вас видеть, и это уже у нас четвертое прохождение. Жека, привет и тебе! Огромнейший привет тебе! Я знаю, что ты уже прошел дальше, чем я, и поэтому я буду стараться настигать и быстрее-быстрее проходить дальше. Ну что ж, погнали! Приятного всем просмотра! Поехали! Приключение начинается! Так, вот я на пляже. В прошлый раз... Ух ты! Вот так вот! Змейка прыгнула туда, а я прыгнул под нее. Прикольно. В прошлый раз я насобирал монеток и могу теперь приобрести лопату. Лопату можно приобрести. Сейчас посмотрим. Так, я вспомню управление. Вот, единичка. Это у нас кнопочкой единичка мы включаем карту. Две локации. И вот на бухте Луна, на пляже, вот здесь вот синенькими показаны наши, собственно, те ребятки, которые продают лопаты. Да? Конечно, там целая команда пиратов стоит во главе с капитаном Саблезубом. Побежали, побежали. Сейчас купим лопату и пойдем отрывать сокровища. Так, вот. Склад Талли. Давайте все-таки наконец-то купим лопату. У меня 258 пиратских монет. Дублонов. А стоит лопата 200. Алам! Теперь я могу выкопать сокровища. Хорошо. И можно приобрести даже карту сокровищ. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, совиное гнездо или необитаемые места? Оно... Где здесь? Вот оно, совиное гнездо. Я знаю, что вот здесь есть кристалл. А вот где там сокровище? Я не знаю. А, вот. Наверное, вот это сокровище. Ну, давайте попробуем. Так, совиное гнездо. Совиное гнездо и стоит... 7 самоцветов, насколько я понял. Ба-бам! Так, купили карту. Закрываем, открываем, смотрим. Где эта карта? Не вижу я карту. А как ее смотреть? Так, управление. Карта, информация. Ну, это оно и есть. Хорошо. Улучшение, инвентарь, коллекция. Давайте двоечка. Это у нас улучшение. Ну, это то, что у нас есть. Ну, сапоги, рогатка, меч. Дополнительные жизни нашли. И лопата. Хорошо. Дальше. Это инвентарь. Вот, карта сокровищ, совиное гнездо. Хм, ну, не знаю, как ее использовать. Побежали! Я точно знаю... что вот в этом месте, вот в этой оранжевой, желтой, желто-оранжевой такой точечке, как раз есть сокровище. И туда можно попасть через листочек, который поднимает вверх юного пирата Пинки. Вот здесь, вот он. Так. О, как лифт. Ну давай. Там переход на другую локацию. Побежали. Сюда. Так, пополним боеприпасы. Вспомним, что правой кнопочкой стрелять. Ага. Двигать не мышкой, а кнопочками вверх-вниз. Хорошо. Еще раз пополнили боеприпасы. И побежали. Так. Крысенка будем валить. Потому что нам нужно... сердечко. Попугай смеется над нами. Ну давай. Так, ждем листочек. Волшебный лист. Прыжок. Так, не забывать присесть, приседать. А тут что делать? А, вверх! Ага, надо было раньше это делать. Ладно. Так, сразу готовимся. Прицел. Выстрел. Есть. Прыжок. Хорошо.
Право, влево, лево, право. Прыгаем. Так, смотрим на карту. И вот, да, надо туда пройти чуть-чуть дальше. Побежали. Пополнили боеприпасы. Крысенком разобрались. Сердечко пополнили. Сохранились вот здесь. Хорошо. Так, и, кстати, вот это. Вот этот листочек не опускается вниз. Он закрыт. По мини-карте как раз вот этот проход идет вниз. Ведет вниз. А, не, подождите, или наверх. Или наоборот наверх. А ну куда ты там разгнался на нас? Еще один кабан. Ай, перепрыгнуть не получилось. Отстань от меня. Да чтоб тебе, ну на. Аж 3 жизни потратил на кабана. В ближнем бою с ними не разобраться. А вот с рогатки хорошо. И прыжок. Монетки. Так, хорошо, смотрим. Еще дальше нужно проходить. А падать вниз? О, слушайте, так и падать вниз можно. У капитана на лице мел. Конечно, я знаю об этом. Вон туда можно было прыгать. Так, ну я пока пойду дальше. Еее, пополнили жизни. Еще паук. Готов. Смотрим на карту. Так, я уже близко. Думаю, капитан слишком сильно любит золото. Так, а здесь, наверное, вниз надо потихоньку сползать. Ох, это было высоко. Это было высоко. И да, все верно. Все верно, еще направо. Прыжок есть. Прыжок есть. И один взмах клинка. Так, хорошо. Пополним боеприпасы. И еще раз смотрим. Теперь надо выехать наверх. На этом волшебном листке. Опа. Сохранимся. И что? Вот я где-то рядом возле сокровища. А я не могу туда перепрыгнуть. Почему? Потому что нужно... ну да, не... Не совсем так надо делать. О, вот так надо делать. О, о, есть порядок. Фу. Сокровище сверху. Да блин, а как туда вверх попасть-то? Вот листочек, вижу. Тут пригнуться. Так. А как мне вверх попасть? Хм. А, я, кажется, понял. Пригинаемся. Вот здесь будем прыгать. О, вот так. Отлично. Так, там двое мышей и кабан. С следующими мышами я справлюсь быстро, а вот с кабаном придется попотеть. Отлично. Возьмем жизни, сердечко. Так. Нет, ну все-таки. Вот, да. Вот оно рядом. Е-е-е-е. Слушайте, так... Правильно, это же место. Это место. Получается, если я покупаю карту... Если я покупаю карту сокровищ, то в этой точке, где можно было выкопать сокровище, оно уже окажется выкопанным. Хе-хе, интересно. Ну, получается, лопата здесь просто зря. Так, ладно, ждем, пока упадет камень. Это огромный валун. И перепрыгиваем на эту сторону. Сохраняемся. И бежим дальше. На листочек. Нет, не на листочек. Стоп. На вот этот листочек. Ну, в общем, вот так.
Давай посмотрим по карте. Надо пройти... А, нет, все правильно. Мне нужно пройти в левую сторону, где-то вот здесь вот спрыгнуть вниз. Или там тупик. Я, похоже, там был. Ладно, будем пробовать наверх пока что. На... Оп, прыгнулись. Ну да, в принципе, можно вверх. Побежали. Прогейм. Вот это наши сапожки хорошие. Оп, есть. Выстрел. Yes! Да. Все, мыша нам не помеха. Дальше. Паук. Осторожно, это паук. Это мыша. Монетка! Ладно, не прыгать же за ней. Еще дальше. Есть. А, вот где-то здесь. Тут падают камни. Вот так они падают. О, бежим. 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 По попе тебе, чтобы не расслаблялся там сильно. Отдыхать он решил. Так, вот здесь. О! Вот здесь можно аккуратно сползти. Вот так вот. А ну, смотрим, что там внизу. И вот туда. Хорошо, паук. Ага. Я здесь. Паучишка. Ну, одну монетку потеряли, ничего страшного. Вот тут был я? Нет, не был. Вот это место я еще не посмотрел. Давай попробуем посмотреть, что здесь. Волшебный листок. Так, как там вниз смотреть? Вот так. Так, тут надо быть аккуратным. Прыгаем на цветочек и на листочек. Прыжок. Есть. Помчали. Паук. Один. А вот и снаряды. Ровно вверх он не стреляет. А здесь сундук идут пираты. Да-да-да-да-да-да! Больше боеприпасов! О, отлично! А здесь... А здесь вот этот камешек, как будто он должен упасть. Поэтому мы не будем рисковать туда подходить. Тем более там внизу... не ту кнопку. А какой кнопкой смотреть? А какой кнопкой смотреть? Прицелиться, присесть. Тун-тун-тун-тун-тун. А тут еще и не показывается, какой кнопкой-то смотреть. Надо было запоминать. Подождите, вроде работало. Да, вот. Z это вверх. А вниз... А вниз Q? А как вниз? X? Блин, не помню. Надо нажать и держать ее, тогда он будет смотреть вниз. Ни черта не работает, странно. Он не хочет вниз смотреть. Ладно, пока оставим этот момент. Да. Лифт вверх. Где ты? Ты здесь. Вот ты. Опа. Спасибо за лифт. Да, вот видите, вот этот листочек, он как раз и опускал вниз. Теперь сохраняемся. Отпускаем крыску домой и бежим дальше. То есть, это я побывал только что вот в этой части. А там дальше не пройти, не проехать. Странно. Там что-то странное. И вот здесь закрыто пока что. Пока что. Я думаю, потом оно откроется. Так, стреляем. Готовность. Выстрел. Давай, быстрей. Прыжок. Есть.
Тут аккуратно. Разгон. И есть, допрыгнул. Какая-то, вот мне кажется, анимация прыжка немножко он как будто не допрыгивает. Так, ждем лифт. А, X смотреть вниз. Только при этом надо быть где-то рядышком, где можно смотреть вниз. Все, побежали. Я знаю, где еще одно сокровище. Правильно же, здесь мы все сокровища отрыли. А в глубины бухты Луны я не попаду, потому что там пока еще не умеем плавать под водой. Но нужен, наверное, какой-то скафандр. Так, а сейчас будем, знаете куда, телепортироваться в невидимый остров. И там он как раз задание. И возле задания как раз спрятан сундук с сокровищами. А вот это что такое интересное? Очень интересное. Но туда попасть пока что нельзя. О, это будет долгий путь. Крайне долгий путь. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Справимся. Побежали. Сияющий остров. Невидимый остров. Нет. Путь будет недолгий. Потому что прям рядышком уже телепортировались. Стоп, а сокровище? Оно должно быть где-то здесь. Правильно же, оно там было. Нет? Ну, может быть, и нет. Ну хорошо, побежали. Так. Опускаем. Да, это я упустил момент. Нет. Ай. You got the key? Включи тебя. Открывай дверь. Open the door. Ну давай. У меня есть ключ. Близко. Так, и вот здесь я еще не был. Это какие-то новые территории. Там бочки. Думаю, можно их вот так вот прострелять. Сползаем потихонечку. Теперь с этой стороны. Угу, тут нормально. Тут можно просто было спрыгнуть. Ой-ей-ей-ей-ей. Ай-яй-яй-яй. Там нужно быть аккуратным. Так, смотрите. Острые штуковины. Не дай им себя задеть. Да, эти острые штуковины. Надо как-то подловить момент. А! Все, я понял. Что нужно делать? Вот так вот. По стеночкам. Так, три жизни, аккуратно, давайте крысу. Есть, крысеныш. И посмотрим на карту. Да, можно наверх прыгать. Там крабик. Почти как королевский. Gold used to be put on pizza. И вверх. Instead of cheese. Монетку забрали. That's true. Возвращаемся обратно. Такие темные места. Вроде бы лес-то сияющий. А, нет, это уже прибрежные скалы. Начинается. В сияющем лесу мы как раз вышли оттуда, да? И почему-то не прорисовывается. Интересно, почему? Так, наверх нельзя запрыгнуть. Хорошо, спускаемся вниз. Так, бежим. Угу. Патроны. Пока что у меня было много патронов. Что-то... О, вон сокровище. Но прежде чем бежать за сокровищем, лучше сохраниться на вот этой точечке сохранения. Хорошо. Так, и вот он, пиратский клад. А я не могу к нему запрыгнуть, почему?
почему я не могу? А я не могу запрыгнуть. А как же ж его достать? А как я не достану его? Нет, никак. Вот оно показано, этот сундук. И я не могу его достать. Видать, с другой стороны надо зайти. Через низ. The life of a pirate. See interesting places and get attacked by animals. Что там внизу? Ступеньки. Право, лево, право. Куст. Смотрим вниз. Ага. Оп, прыжок. Сползаем, смотрим вниз. Нажимаю X и держу. Нормально. Эть, получай. Еще один. Осторожно, некоторые существа становятся сильнее от ваших атак. Так, здесь очень красивые кристаллы. А здесь я, наверное, не смогу пробраться. Надо попробовать, в любом случае интересно. Если я проберусь вверх. Да, могу, ай. Да, ну, теоретически можно, надо пробовать. Да, вот так. Но при этом приходится терять одно сердечко жизни. Вот оно что. Подождем. Прыгнем. Да что ж такое, еще одни ловушки. А тут крыса. Это как раз то, что нужно. Очень удачно. Это ж и назад придется возвращаться. Надеюсь, не таким же путем. Блин, похоже, таким же путем придется возвращаться обратно. И что? И стоил этот сундук таких усилий. Ну, два самоцвета и монетки. Ничего особо ценного здесь нет. Да, но азарт был того, азарт того стоил. Хорошо, а как вернуться обратно? Вот так. Падаем. Прыгаем. Вот так, хорошо. А теперь как-то аккуратненько. Вот так. О! Потрясающе! Между колючками. Фу. Это было незабываемо. Бежим дальше. Так, значит. Значит, ага, и вот здесь. А, пеликан! Там, походу, можно плавать. Так, жду лист, волшебный лист. Отведи меня дальше, волшебный лист. А вот здесь нужно будет спрыгнуть. Так, хорошо. Ой, что? Это колючки. Надо было на волшебный лист прыгать. Да, я понял. Я все понял. Еще одна хитроумная ловушка. Сундук. Another one for the pocket. Еще одна хитроумная ловушка. Но wildlife around here isn't too friendly. Иди сюда. Эх, пеликан помешал мне перепрыгнуть на листочек. Да, здесь пейзажи такие темненькие. Закат как будто. По пляжу веселее бегать. Итак, что мы здесь делаем? Спрыгиваем с листочка и бежим за ним. Бежим, прыгаем опять. Эй! Допрыгнул, хорошо. А теперь дальше. Так, а что здесь? А здесь нужно...
здесь нужно аккуратненько, причем сейчас вот эта штучка будет плевать. А куда она будет? Отлично. Есть. Вверх, вверх. Есть. Хорошо. Змеючка красная. Получай. О, самоцветик, это хорошо. Это сильная змеючка была. Паук. Близко подошел к нему. И там большой сундук. Однако добраться я не могу. Да что ж такое? Я думаю, что будет какое-то приспособление. Вроде как, не знаю, катапульты что ли, или пружины, чтобы можно было запрыгнуть. Потому что пока я не понимаю, как прыгать. Как залазить туда. Или с другой стороны зайти. Там будет? Да, там будет. С другой стороны. Надо просто наверх прыгнуть. Побежали. Так, так, так. Вот так. Желтая красота. Take that, you miserable creature. Получай. А! Да что у тебя? Еще раз. Есть. Перепрыгнул. Наконец-то сохранение. А то я уж боялся, где же они. Так, давайте на этот цветочек, листочек. Люк. Угу. Ничего не получится. Нет, нет, так это не сработает. Дубль два. Дубль три. Так, прыжок. Оп, ну ладно, можно и так. Неуклюжими движениями все-таки допрыгнули. Мы нашли новое место для быстрого перемещения. Замечательно. Ух, это было интересно. А знаете, что я хочу сейчас? Хочу все-таки попробовать найти то сокровище, которое было зарыто. Я помню, что где-то оно было. Где конкретно? Золото, золото. Надо прыгнуть в порт Абры и где-то там со старта искать это сокровище. Да, именно так. Одной ножкой стал. Так, а как можно переместиться на... О, порта. А, да. О, замечательно. Замечательно. Давайте пройдемся нашими старыми тропинками и попробую я найти то место, где было, как я помню, зарыто сокровище. Как... По-моему, вот здесь вот. 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 Выкопать сокровище. Ура. Поехали. Вот, Пинки, работай лопатой. Та-дам! О, да! Целая куча сокровищ. При этом это место не было обозначено на карте. Вот оно что. Однако там стояла желтая табличка. И такое же место было где-то на бухте Луны. Луна. Только где конкретно, я не помню. Постараюсь в другой раз отыскать это место и показать вам. Так, ну и что? И надо нам сохраниться. Я думаю, если я сделаю перемещение на пляж, это будет... В виде сохранения. Та-дам! А патрончиков, кстати, до рогатки нельзя приобрести. Зато можно приобрести ключ от невидимого острова. Но, по-моему, я ключ этот уже находил. Или нет? Да, я же двери открывал. Ключом? Ключом. Правильно? Давайте посмотрим. Так, не здесь.
Не здесь. Не здесь. И не здесь. Ну, видать, ключ уже убрался. Да, он был. Хорошо, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, до какого этапа уже вы прошли. И нравится ли вам похождение, да, приключения молодого пирата Пинки. Всем добра и до скорых встреч. Пока-пока.